Сегодня в Югре пройдет региональный этап конкурса чтецов «Живая классика». Местом встречи станет Нефтеюганск. Здесь соберутся победители муниципальных этапов конкурса. В основном это школьники от 10 до 16 лет. Всего на участие в региональном этапе конкурса поступило около 50 заявок. Конкурс юных чтецов «Живая классика» – самый масштабный детский литературный проект в России. За 5 лет в нем приняло участие более 10 миллионов детей. Они читают вслух отрывки из своих любимых прозаических произведений. Конкурс проходит в 5 этапов – школьный, городской, региональный туры, а затем финал в Международном детском центре «Артек» и суперфинал на Красной площади в Москве.